Здравствуйте, меня зовут Шинар. У меня такой вопрос. Мне 25 года. Я когда разговариваю, у меня здесь вот стоит комок иногда. И бывает, что не хватает дыхания. С чем это связано? Это эмоции зажатые. Зажатость? Это эмоции зажатые. Еще раз, сейчас будем танцевать, немножко прыгай, кричи и прям постарайся его выплюнуть, если получится. Давайте немножко объясню, как кричать надо будет, потому что уже скоро, и потом на обед пойдем. Ты должна, ты, вот пока ты прыгаешь, ты должен себя накрутить, вот какую-то энергию собрать. И в какой-то момент прям резко, короче, ты должен прокричать вот столько, вот в такой промежуток времени. И тогда вот эта пробка вырвется она. Ты ее прокричишь, и будет легче прям. Ага. И еще я вот сколько ни стараюсь, всегда вот сутулюсь. Это душевная боль, это... Мне сейчас очень сложно... Сейчас. Я вот все перепробовала, даже корсеты и ходила. Про что болит душа тогда, вот так скажи? Кого-то рядом теряла, нет? Нет, не теряла. А про что это? Не знаю. Да. Смотрите, сутулые люди, вот так кто ходит, это душевная боль. Это тогда, когда закрыта душа, и она болит, она страдает. В основном это бывает из-за того, что когда кто-то рядом умирает или кто-то уходит. И вот это вот очень тяжело, боль проникнуть, и они начинают ее замыкать. И тогда эта боль с тобой вот она сидит. Просто надо понять, ну, про кого и про что. Очень часто люди не отслеживают же.